продолжение дня в рубрике «Электроника». Удивительный бестселлер нашего телеканала. Это Nokia 2.4. Телефон, который способен держать заряд при активном использовании в течение 2 дней. Телефон-мечта, который способен взять и позволить нам полноценно наслаждаться самыми хорошими фотографиями. Это легенда от бренда Nokia, которая сегодня представлена по самой выгодной цене, которая сегодня превращается в специальное предложение дня и является выбором, личным выбором нашего эксперта, эксперта нашего телеканала, а также, кстати, телерадиоведущего и человека, который все знает об электронике. Это Павел Русский. Паш, ну давай рассказывай, почему Nokia? Ну, потому что Nokia – это бренд, потому что Nokia 2.4 – это действительно по-настоящему крутой смартфон, основанный на искусственном интеллекте. Да. Именно это позволяет ему 2 дня без подзарядки дополнительной работы, потому что идет экономия электроэнергии. Здесь, опять же, искусственный интеллект улучшает фото прямо в процессе съемки, а это важно, потому что мы всегда все хотим быть красивыми. Я тебе сейчас покажу, как искусственный интеллект работает в условиях, ну, допустим, низкой освещенности, да, сейчас у нас в студии наступит, ну, грубо говоря, закат неожиданный, закат у нас в студии наступает, вот, а на телефоне ты все равно красивая, четкая, ясная и светлая, между прочим. И это действительно важно, именно искусственный интеллект отвечает за то, что у нас получаются такие великолепные фотки. Дизайн. Здесь скандинавы просто, как всегда, меня удивили. С одной стороны, дизайн без лишней вычурности, да. А с другой стороны, он очень красивый. Градиентные перемены цвета. Вот такая насечка на задней панели телефона, которая предотвращает скольжение. Здесь углы скруглены таким образом, чтобы снять ударную нагрузку в случае, если телефон у тебя падает. Здесь ABS, поликарбонат, пластик задней крышки. Здесь все это предусмотрено для того, чтобы телефон работал долго, надежно и долго тебя радовал. Здесь, конечно, прекрасная камера. Здесь защита от проникновения, что называется. Здесь Face ID, технология распознавания лица. Здесь есть сканер отпечатка пальца, потому что, да, действительно, в телефоне слишком уж много нашей жизни важной находится. Ну вот вся жизнь в телефоне, а это финальное появление у нас 3 цветовых решения. Вот такой пурпурный я, кстати, выбираю для себя этот цвет, его выбирают девочки, он самый популярный. Есть синий и есть вот такой черный, ближе к графиту, плюс еще есть градиенты. Теперь о самом приятном. Выгодные цены, ведь не зря на специальное предложение дня мы делаем самую низкую цену. 8999 рублей. Плюс мы дарим бесплатную доставку в любой регион. То есть вот такой новый телефон, ваша новая жизнь к вам приедет, кстати, с абсолютно бесплатной доставкой. Ты сказал, что мы получаем заряд на 2 дня без дополнительного, да, какого-то подзаряда. Для меня это просто культурный шок, потому что мне хватает часа на 3 максимум. Вот правда? Ну, вот действительно, на самом деле, что мы можем при помощи нашего смартфона, а это, как я уже говорил, фактически суперкомпьютер, мы можем с тобой на госуслуги зайти, записаться к врачу. Или, допустим, какую-то справку запросить. Можем? Можем. Мы можем с тобой, ну, допустим, там, в Пенсионный фонд России войти, да, и там узнать, что у нас там с пенсиями с тобой происходит. Мы с тобой молодые, нам можно об этом не думать, но придет время, когда это действительно станет необходимостью. Об этом можно и нужно думать сейчас уже. А людям более старшего возраста, для них это действительно жизненная необходимость. Мы можем с тобой зайти в какое-нибудь приложение, стриминговый сервис и посмотреть с тобой кино? Можем? Можем. Если будет у нас с тобой на то желание. И еще вопрос я тебе хочу задать. Могу ли я в конце концов позвонить тебе, своей любимой телеведущей телеканала Shopping Show? Могу? Звони, конечно. Так, подожди, то есть я, получается, уже могу ответить. Знаменитый звоночек Nokia. Вот слышите? Давай его отдельно послушаем. Так, а ответь. Я тебе уже ответила. И так, я отключаю звук себе, да? Да, ты сбоку, да, можешь убавить немножко звук для того, привет! Чтобы он нам не мешал. Привет! Привет, привет, привет! Это действительно потрясающе. Вот меня всегда это удивляло. Мы фактически держим... Я в детстве, когда Кира Булычева читал, и там коммуникаторы, видео, да, мне казалось, это фантастика недостижимая. Сейчас у нас у каждого есть с тобой такой коммуникатор, и мы можем с тобой связываться в любой момент. Слушай, и ну, посмотрите, во-первых, мы с тобой знаем, что вот на том же самом
самом видеообщении мы в основном тратим весь заряд. И для меня это, правда, самый настоящий шок. Потому что в данной ситуации вы точно знаете, что вы можете в любом случае быть на связи со своими родными, и при этом телефон не будет в стороне лежать, а вы будете пользоваться всеми функциями. То есть вы будете постоянно и активно и звонить, и писать, и фильмы смотреть бесконечно по выгодной цене, потому что даже на сайте бренда цена намного дороже. Это 9990 рублей, плюс еще доставка будет платной. А у нас бесплатная доставка и еще минус 1000 рублей. 2 дня без зарядки. Можно уехать на дачу, вообще забыть про всякие провода. Слушай, ты уже рассказал про камеру. Расскажи, пожалуйста, еще раз, что это такое, потому что мы теперь на телефон фотографируем и снимаем все, что есть в нашей жизни. Вот это правда. Мы действительно на телефон мы обходимся уже давным-давно без каких-то особых камер. Здесь у нас искусственный интеллект, да, и несмотря на то, что сейчас в студии темно, ты все равно у нас остаешься светлой. Мне очень нравится этот эффект, именно вот когда камера, видишь, моментально подстраивается под освещенность. Да, это действительно искусственный интеллект, реагирует очень быстро, автоматически, ничего не нужно лишний раз настраивать. Очень быстро можно сфотографировать. У нас Ты знаешь, я могу тебе так сказать, что такая важная функция, как съемка всяких праздников, которые обычно всегда проходят плохо, потому что только качественная техника способна это сделать, теперь превращается в радость. 37% скидки. Серый, пурпурный и синий. Мне очень нравится дизайн, потому что он ненавязчивый и при этом подходит абсолютно всем. Безусловно, здесь у нас совершенно уникальный дизайн. Телефон просто красивый. Давай вот так скажем. Красивый телефон. Выгодный. Не надо брать кредиты, как на некоторые смартфоны, которые стоят запредельно около 10 тысяч рублей. Мы уверены в качестве Nokia. Это мировой бренд. Это проверено не только всем миром, это проверено еще и нашим экспертам. 8990 рублей за выгодную функцию, которая есть в этом телефоне. Смотреть фильмы, радоваться, звонить своим родным. Все, что вы хотите, вы будете делать в этом телефоне. Я вот буду играть. Поэтому давайте вместе с нами. We'll be right back.